Обозрение про нашу весну. Начинают пробиваться листочки. Северная весна, Мурманская область. Снежногорск. 29 июня. Наконец-то наступила весна. Карликовые березки начинают листочки появляться. И даже зацвела морожка. Морожки много. Так она, если снег больше не пойдет, белые цветочки. Сейчас покажу. Морожка зацвела. Начинает оживать северная природа. Вот поляна такая. Брусника не искал. Брусника еще рано. Нет, тоже цветет. Розовым цветом появляется только этот багульник красный. Если бы еще люди за собой убирали срач, да ладно. Не, ну а что, не взять с собой пакет и не унести домой. Надо выпить и бросить вот здесь. И кругом банки. Видно. Так. Все есть. И цветочки, и снег лежит. Вот такая розовая поляна. Снег лежит, и комары на крыло встали. Зараза, сколько их много. Уже кусаться начинает. Раскрываются листики. Первый теплый день. Сегодня где-то градусов 17, под вечер 16. Сейчас покажу снег. Снег еще лежит в сопках.